Всем привет, друзья! Продолжаем Кона 2 Брум с подземной лаборатории. Да, в прошлой серии мы пришли в подземную лабораторию. Огромнейший комплекс. Мы были в Б. Вот тут мы были. Что там мы тут делали? А, нам нужно поднять домкратом хуйню эту. Но для этого нужна ручка. Теперь мы пошли в корпус С. Идем мы сюда. Нам нужен аккумулятор. Так, но прежде чем мы идем туда, давай посмотрим, что здесь. Так, фонарики есть. Давай вот это все, что можно, мы лутаем. Что тут есть? Я думаю, мы еще серийку проведем тут. Это точно. Ну, а может и нет. Ага. Ну, там вода. Там затоплено. А куда это идет? Лестница это идет в подвал, но там затоплено. Там затоплено, полезли назад. Я понял, что нам нужно. Мы сейчас берем аккумулятор. Возможно, берем. Берем аккумулятор и идем. Так, вот еще. Так, крысы крысами. Берем оком, несем назад. Потенциальные районы добычи обведены кругами. А, понятно. Жалоба сотрудника. Работник Бриджит Кеннель. Руководитель рабочей группы корпус С. Так, что тут? Корпус С, зона раскопок. То есть фотографии, есть... Ой, бля... А и где это искать? Коллекция жеодов. Ёбаный рот. Возможно, это надо зафоткать. Давай так подойдем. Ну, это не точно. Но все может быть. Так, пистолет. Не надо мне ледоруб. Дай мне пистолет. Ну, у меня 13 монет, мы уже 12. Давай возьмем. Что-то же она дает. Батарейки, запчасти. Почему я не могу противогаз взять? А если он мне понадобится? Ну, мало ли, знаешь. Ну, смотри. Мы идем вот так. Короче, наискось я иду. Что-то есть. Так, в центре крыла высыпать обломок. Я так понимаю, его нужно сфоткать. Окей, сейчас. Собрать. Ага, появилось. Окей, теперь мы, короче, ищем записи. И дальше будем смотреть, что с ними делать. А, так, смотри, там я был. А, тут сейчас смотрим, что есть. Не понял. А, понял. Все, это нормально все. А, тут ничего. Тут ничего. Тут пофигу, мы пройдем. Нам, короче, вот туда идти. Но это подождет. Запчасти. А, прочитать. Но мне это не нужно. Че это? А, фонарь. А, фонарь. Ладно, пошли. Ну, сейчас тут что-то будет. Хотя глюков нет. Топлива мне не нужно. For such a secure location, the entrance to this tunnel seemed unusually easy to access. Чё за звук? А, вижу аккумулятор. Так, побежали. Так, там ничего. Я боюсь, что сейчас, не дай бог, кто-то придет. Вылезет там откуда-то. Это ж такое дело. А я так понимаю, с батареей я ничего ему не сделаю. А, в корпусе С нам нужно будет... Так, куда? А, сюда и в лифт все.
Значит, в корпусе С нам надо будет включить этот откачку воды с подвала, точнее. Что-то происходит. И это уже стрёмно. Но я пока туда не пойду. А, лифт не работает. Давай сюда, значит. В обход пойдем. Сука, напряжно. Напряжненько. Да где этот вход? А, я его уже проебал. Твою мать. Вот он. Плохо, что лифт не работает, конечно. В смысле, блядь? Это прикол? Чё за хрень? Чё за шляпа? А как это возможно? Я подошел к лифту, он был закрытый и не открывался. Я пошел туда, двери закрыты. Так, ставим оком. У нас еще есть плюс 2. Значит, смотри, что у нас затоплено. Мы были... Короче, нам нужна вода. Вода... Нет. Двери корпуса, вентиляция. Нет. А, двери, короче, открываем. У нас теперь доступна комната D и E. Ну, пошли. Поехали. Стоп. Сейчас сохранимся. Смотри. Ты куда, блядь? Сука, без меня уехал. А что ж там произошло? Непонятно. Поехали. Так, корпус D и корпус E. Это получается... Ладно, сейчас мы спустимся, узнаем. Где-то есть еще батареи. Мне, получается, нужно две батареи. Все, ничего не происходит. Нет, что-то происходит. Хотя... Так, ладно, смотри. Я так понимаю... Так, корпус B... Корпус Б, это вот тут мы были. Значит, нам вот сюда. Вот. Идем мы... Так, подожди, а где корпус Е? Возможно... А, нет. А, может, кстати, там кнопка. Ладно, пошли. Сейчас разберемся. Так, корпус... Корпус С, это мы тут были. Корпус Д. Вот. А где корпус Е? Ага, корпуса Е нет. Вот так вот. Так, это у нас корпус Д. Исследование разработки. Короче, нужно найти записки. И что-то нарисованное. Так, пистолет сразу. А где мне найти еще, получается, два кома? Так, ну тут. Тут нормально. Просто длинный коридор и все. Ага, сейчас что-то будет. Сейчас дверь закрыта наглухо. Собака. Сука, двери закрыты все. Все? А сейчас? А, сейчас открыты, понимаешь? Так, давай сразу ищем. Что может быть тут нам полезно? Это у нас платежная квитанция. Табельный номер 174. Это, возможно, будет какой-то код. Ладно, разберемся. Разберемся.
Это контактные лица, это нам пофигу. Еще появилось записки о расследовании. Итак, сын сейчас живет в Монреале. Писатель-журналист. Судя по всему, ненавидит отца. Понятно, что добавилось. Рисунок. И еще запись должна быть. А, так это сын Гамильтона. Ух ты, бля. Интересно. Понятно, что-то должно еще быть. Список кандидатов — это не то. Но я не думаю, что это фотка. Опа. Horseback riding competitions. Кто это? Карл had definitely known this type of woman. Françoise Dallaire belonged to the elite of society. Подожди, Франсуа, вот это что-то там. Это не эта баба, которая нам рассказывала, собственно, про Жюля, про вот эту всю дичь. Запчасти. Записка про архив. Помещение архива. Это я забираю. Тут пусто, тут все выгребли. Непонятная научная формула. Давай мы это... Нет, нам это не нужно. То, что нужно забрать, он забирает. Револьвер. Ну смотри, у меня чего-то нет. То есть я либо что-то тут не нашел, либо я не знаю. Тут больше нет ничего. Это не работает. Ну и все. Это нет. Пошли в следующий. Погнали в следующий. Письмо от народа Кри. Очень много читать. Не будем мы этого делать. Тут все стерли. Запчасти. Ну. Тут все закрыто. Тут все. Так, это понятно. Ну, смотри, здесь нет ничего. Ну, а мне что-то надо. Мне что-то нужно. The office of the illustrious scientist who had guided his exploration of this sinister, abandoned underground labyrinth. The place was very much like him. A bit messy, but very transparent about his passions. Ну, опять что-то не то. Serendipitous find. Carl had to find a way to reach Wing E. А ты не думаешь, что мне эти карточки, допустим... There was no longer anything useful here. The scientist hadn't set foot in his office in ages. Нет, да фигня. He had probably taken everything with him to Hamilton's Manor. Здесь, говорит, ничего интересного не осталось. Так. Мне нужны какие-то записи. Так, сейчас. Ну, это я понял, это подождет. То мы сейчас нажмем и все потратим. Ну, точнее, все. Карл was slowly realizing the true nature of his hallucinations and of the project backed by Hamilton. The copper mine was just a front for an attempt to recover forgotten knowledge about Mistonite. Тут все за Мистонит. А, давай мы это... А вдруг? Хреново видно. Давай еще раз. Вот, так уже получше. Револьвер. Это мы уже читали. Ну как, типа. Это непонятно, что. Протокол. Жюль, что? А, понял, это он, скорее всего, как бы брал, типа, не интервью, а что-то, видимо, расспрашивал просто. Надежно заперт, надежно заперт. Окей. Так, ладно, сохранится, мы сохранимся. Сейчас.
все осмотрим. Но мне кажется, тут ничего не будет. Нет, конечно. Конечно же нет. Так, фонарик мне не нужен. Так, смотри. Вот тут я еще не был. Или был? Нет, не был. Подожди, записка. Повестки собрания. Это нам не надо. Много документов, понимаешь? Но может ему что-то понадобится. Нихуя ему не понадобится тут. Опа! Какой хороший кабинет. О, медведь. Здорово. Что-то нашел. Вот. Это, скорее всего... The detective's eyes fell on the name of Francoise. Did the lady of the lair have something to hide? Много, слишком, очень много собирать. Я имею в виду информации очень много искать. Батарейки. Что у тебя тут еще есть? Dig up a person's secrets, and you can control them. HMC's tentacles reached far and wide. Много инфы лишней. Реально очень много лишнего. Так, ну смотри. Чтобы открыть, нужны ключ-карта и электричество. А это что? Ты что-то понял? Ключ-карта и электричество. Ну, там все затоплено. То есть я предлагаю закрыть Б. Но мы Е. Вот подвал. И вот подвал. Фак. Ладно, пошли. Пошли назад. Так подожди, я ж брал какую-то ключ-карту. Или что я брал? Прочее. Ну, вот. Пошли назад. У меня есть ключ-карта. А, электричество, блядь. Да, так подожди, я дал. Это, скорее всего, Е. Ну? Какой уровень? Это Е, вот. Ну, у меня не действует, не, ну, не работает. Вот, прочее, ключ-карта. Хер там был, электричество тут есть. Там что-то происходит. А-а-а! Тики? Вы не для HMC? Это значит, что вы можете мне помочь. Дайте меня выйти. Так, есть вопросы, давай... Ты question sur quoi? О чем вопросы? Так... Архив давай. L-E? Oubliez ça, tout est barré. C'est une forteresse. C'est juste les boss qui ont une carte d'accès. Про карточку доступа. Ага, карта есть. Je peux vous l'indiquer. Mais en échange, je veux que vous m'apportiez les dossiers d'enquête sur moi et sur Pierre-Marc Corbeau. C-O-R-B-O. Vous allez les trouver dans l'entrepôt des R&D, aux ressources humaines. Nos numéros d'employés... Oh, ебать. ...et 215. Ясно. Так, ты кто? Je m'appelle Thomas Matouche. Je suis mécanicien machiniste à l'entretien. Un des responsables. Почему ты здесь? C'est à cause du chien de garde de Hamilton, Stephen Mark. Lui et son équipe de sécurité. Il pense qu'il y a un coup qui se prépare contre la compagnie. Et comme d'habitude, on soupçonne l'Indien. Il s'apprête à m'interroger. Не, чувак, тебя уже никто не поведет. Ah, bonne. On serait deux cadavres. Imaginez-vous toute la poussière toxique qu'il y aurait dans l'air. N'importe qui a un cerveau serait à des kilomètres d'ici. Тут и так никого нет. C'est pas ce que j'ai dit, mais je vous connais pas. Vous êtes pas de la HMC, c'est un départ. Mais j'ai pas de raison de vous faire confiance. Ой, блядь. Все, короче. Смотри. Bye.
Вот что я упускал. Ну, тут никого. Так, у меня появилось что-то на карте. Где? Досье сотрудников. Это... Блядь, так я ж туда попасть не могу. Я вот сюда не могу пойти. Пройти, точнее. И как? Что ты мне... Ой, сука. Дневник. Папки 252 и 215. Висящие на стене демонстрируют воздействие амфетамина на людей и животных. Это где? Это какой корпус? Корпус Б. А, так мне надо было все это фоткать. Мертвый волк. Вот это... Ну, увы. Погнали. Так, ну смотри. Опять же. Где тут... Что это? А, даже так? А я что, там не был? Этого не было. Забрать. Так, отлично. Это мы сделали. Все, забираем пистоль. Пошли. Знаешь, что я предлагаю? Что это? Клетки зверей. Так, я понял, это сфоткать надо. Не получилось. Или получилось? Да, получилось. С третьего, сука, раза. Стрёмная хуйня. Я боюсь, если они вылезут, мне ж пизда. Сука. Так, крысы. И все прекратилось. Так, подожди, я тут разве не был? А, открылась дверь. Ты понял? Ну, эту дверь я только через домкрат открою. Так, тут ничего нет. Ну, пошли, короче. Чё еще делать? Возможно, что-то открылось, так как мы взяли задание. Ой, блядь, то есть он дал мне подсказки, а по факту, ну ничего. Так, лаборатория, звери. Томас обещал открыть мне доступ к архиву, где находятся карточки Жюля, если я разобуду досье на него. Так, а... Заебись. И что? А ты ничего не сделаешь? В смысле, блядь? Что у меня получается? А, где А? А у нас, понял. А тут нет. Чтобы попасть в Е, хотя я могу через туннель попасть. С и тоннель. Вот С, туннель. Туннель у нас затоплен. Значит, что мне не нужно? Я предлагаю вырубить вот так, вот так. Е у нас будет включено. С у нас тоже будет включено. Но там вода. Мне не хватает. Мне нужны батареи. Е мне по-любому нужно. Газ и вода, понимаешь? Если я отключу
Е. Мне надо вот попробовать в туннель зайти. Вентиляция. Ну а толку? Вентиляция есть, а воды-то... Там вода. В принципе, вода... Может, пофигу нам? Пошли, попробуем. Мы какой-то туннель запитали. Ну, точнее, включили вентиляцию, чтобы газ ушел. Корпус С. Запара, конечно, получается. Получается какая-то хрень. То есть где-то... Вот смотри, ему... Ему нужно принести... Эти. Как его? Досье, да? Но чтобы взять досье... Вручную не открыть. Но это я понял. Может, вот это можно как-то... Сесть. Можно? Если вручную не открыть, это понятно. Ну вот же ж, можно подогнать. Так, подожди. Тут не было ничего, тут ничего. Вот комната, это то, что нельзя открыть. Но мне сюда. Может, вода нам не так страшна? Я вот о чем. Я вот о чем думаю. Может, все-таки вода пофигу, мы включили вентиляцию. А как нырнуть? Basement appeared to be completely flooded. He had to find a way out. It would be very risky, but there should be a few spaces where he could catch his breath. Куда плыть? И что у него по кислороду? А ты знаешь, куда плыть? А-а-а, вот тут, короче. Все, я понял. Где-то тут должен быть, не знаю, какой-то проход, может, еще что-то. Опа-на. Опа-на. Видал, как мы нашли? А, так, ну смотри. Да, мы выплыли здесь, все. А батареи нету. А, шестеренка. Забираем. А зачем шестеренка? The conveyor refused to move, like a stubborn mule. Ага. Карл wondered if he could attempt some repairs. The conveyor had started up again, and its belt led to an unknown location. Perhaps to an unexplored section of the laboratory? Так ты мне предлагаешь... Ладно, допустим. Чтобы открыть ключ карты электричества, это Е. Это корпус Е. Это мы поняли. Но... А иди, блядь. Но погоди. Мне надо сюда. Мне нужна вентиляционная шахта. Что-то мы... Батарея, блядь. А как ее взять? А, я ничего взять не могу. Прикинь. А, нельзя сдвинуть во время плавания. А, ну тут же затоплено, да, точно. Ебись, провались. Ну смотри, мы с тобой разобрались. Мы с тобой во многом разобрались, это уже хорошо. То есть правильно, что я подумал о том, что мне... Просто нужно включить вентиляцию, а вода уже может проплыть. Так, 215 и 252. Pierre Marc Corbeau and Thomas Matouche.
Their cases in particular had caught his attention. Нахуй идет. 174. Во-во-во, где-то тут. This was the employee number of Françoise Dallaire. 215, полагать, так, кто это? Жаков, понятно. Сбросить, повернуть, закрыть. Взял и 252. Угу. А где 252? Снежный шар, не знаю зачем. 252. Он должен быть где-то вот тут. Где-то заменить батарею. Ну все, смотри, я это взял. Карл could hardly believe it. This arrowhead suggested that Mistanite had been known to early peoples in the distant history of the continent, and that they had even fashioned objects from it. А нет, не надо. А может и надо. Радует то, что мы все-таки смогли разобраться. Дверь. Подожди, а куда дверь? Куда я вышел? А, это мы. Так я отсюда ж не выйду. Электричества нет. Ну, возможно. Ну, это да, это мы возьмем. Не понял. Лестница. Может, мы сейчас какой-то. А, все, сюда, короче, это Е. Это нужно запитать. И тогда, в принципе, сохраняемся. А я смогу сюда залезть? Ага, ты там был. Что тут внизу может быть? Много всяких этих. Двери открываются? Нет. Ну все, тут в принципе ничего нет. Я думал, мы сможем залезть туда. А мы туда не залезем. Короче, все. Здесь мы закончили. Здесь мы закончили. Валим отсюда назад. Также по вентиляции. Все делаем так же. Возвращаемся к этому Херу. Отдаем ему документы. Так, подожди, давай мы сейчас вот так сделаем. А теперь поперли. Короче, плывем назад. Плывем назад. Главное не прогавить момент, если он начнет дохнуть. Мы сейчас вот так сделаем. Все, кислорода набрались. Плохо, что нет полоски кислородной. Хотя, возможно, она не нужна. Может, он не задыхается. Что за звук? Ты это слышал? Что работает? Что за звук? Подожди. Что заработало? Ладно. Хер с ним. Все, я так понимаю, отсюда мы валим. Валим назад. А где мы были? В Б. Значит, все, отключаем вентиляцию. Отключаем вентиляцию. Где, сука, лифт? А, лифт на А. Нет, А, да, 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 да. Лифт на А. Все, устал, бедняжка. Все, теперь мы, получается, отключаем то, в
включаем Б, идем к тому херу. Он нам дает пропуск. Но как нам это сделать? Включаем Б. Вода ж пофигу. Подожди. Даже если, смотри, мы сейчас все делаем, у меня батареи нет. А без С я не попаду туда никак. То есть я не смогу включить. Даже при всем желании мне без батареи мне не справиться. А мне... Опа. Это что-то новенькое. А мне это не надо вот так делать? Нет, не надо. Это его... глюки. И что? Что это должно было мне показать, подсказать? Я в душе, короче, не чаю. Пошли. А где он у нас был? Короче, я так понимаю, мне сейчас с ним нужно вначале побеседовать, да? Вот. Oui. Вот документы. Карточка доступа. Il y a un casier défectueux qui s'ouvre si vous donnez un bon coup au bon endroit. Mon collègue Pierre-Marc a glissé une carte dedans. Rapportez-la moi quand vous aurez fini ce que vous avez à faire. Ой, блядь. Куда это? Раздевалка. Подожди, опять что-то. Но его не отпуска... А, там же ж этот обломок. Все, я понял. Я понял. Раздевалка, это мне назад. Все, пошли в А. В принципе, все понятно. Мы наконец-то сдвинулись с места. Где? Все, рядом. В раздевалке. Так подожди, мы в раздевалке были. Мы ж все смотрели, там ничего не было. Я вот думаю, а может ему не отдавать эту карту? Он-то в принципе, ну как, он не может быть живым. Если в лаборатории пришел пиздец, как он будет живой? Опять что-то. Ага. Я так понимаю, подсказка. Куда бить? Показывай. Ага. Да все, срыгни отсюда. А, понял. Ключ-карта. Ну смотри. Я бы ему назад не нес ее. Это ключ-карта вообще от чего? Инвентарь. Где? Вот ключ-карта, это к Е. Но Е я туда не попаду. Там газ, понимаешь? То есть получается, мне в любом случае нести карточку ему. Ну пошли. Там получается вода и газ. Даже если я подаю туда электричество, мне батареи нужны. Без батареи я реально не сделаю там, ну, ничего.
А он, скорее всего, откроет мне что-то вот тут. Допустим. Никто не отвечает. А, понятно, блядь. Эта conversation had been more than mere hallucinatory delirium. The information received could be verified. Could the broom act as a bridge to the past? He had no doubt this amount of fragments would be enough for Jules Demers. Карл could return to the strange scientist's radio tower. Карл был готов вернуться. То есть ты хочешь мне сказать, что вот это, почему оно до сих пор горит? То есть мне нужно вернуться назад? А у меня получается выбора нет. Без аккумуляторных батарей я реально, ну, не смогу ничего сделать. Правильно, правильно. Здесь батарей нет. Ебать, рукоятка домкрата. Прикинь, как мы под конец с тобой, да? Давай, давай, только все, пролезем, пролезем. Не надо больше поднимать. Это у нас, судя по всему... Что это за карточки? Мне их надо было фоткать. Может быть, но зачем? Мы же, в принципе, фоткали, он, ну, не хотел забирать. То есть она мне не нужна. Опа-на. Опа-на. А вот и аккумулятор. Опа-на. А ты забрал его с собой? Ага, отлично. Так, ну смотри. А куда этот тоннель ведет? А, я знаю, кажется, куда. Это мы с тобой были здесь, а это он ведет сюда. Так. Карл thought about all the misery Mistonite had wreaked. How many lives had Hamilton's negligence ruined? How many had died? And for what? Ну, значит... Each battery brought back to the control room allowed Carl to evacuate toxic fumes or drain corridors, giving him access to new wings of the facility. He hoped to find more answers to his questions there. Пеши ль бутон штир! Да иди нахуй. Что это было? Это типа нам показали взрыв, который я проебал, да? Отлично, превосходно. Так, что ж, давайте на этом будем заканчивать, продолжим в следующей серии. Поставь лайк, оставь комментарий, подпишись на канал, можешь подписаться на паблик в ВК, там будет инфа когда-нибудь, но это не точно и неизвестно какая. В общем, ребят, приятного просмотра, всем пока!